сегодняшнее воскресное утро продолжает «Русское лото». Мы еще раз поздравляем всех с великим праздником, Днем Победы! И сегодня в 1126-м праздничном тираже «Русского лото» мы разыграем для вас 15 квартир и множество денежных призов. Внимание! Если сегодня на 15-м ходу не будет разыгран наш суперприз «Джекпот», мы присоединим его к призовому фонду нашего сегодняшнего тиража и разыграем принудительно! В этом случае в мешке останется, ну не знаю, прям страшно сказать, всего 2 бочонка! Поэтому играйте и выигрывайте! Всей семьей! А вот он, наш игровой мешок. Я его подставляю. Желаю удачи всем, кто сегодня играет в «Русское лото». Призовой фонд сегодняшнего праздничного тиража «Русского лото» составляет 98 744 тысячи 50 рублей. Наш накопленный джекпот составляет 39 миллионов рублей. Вот это сумма! Ну, все равно начнем мы с первого тура. Интересно, сколько мы разыграем в первом туре «Русского лото». В первом туре «Русского лото» мы разыграем 420 тысяч рублей. Удачи вам! 420 тысяч рублей! Поехали! Зачеркивайте в своих билетах номер 75. 75. Номер 77. 77. Топорики. Топорики. Номер 19. 19. На день лицея. Номер 80. 80. Бабушка. Сколько лет бабушке? 72 года, дай Бог здоровья, бабушка. Номер 86. 86. Крупненькие пошли. Номер 69. 69. Туды-сюды. Мы играем в первом туре. Номер 79. 79. Давай перемешаем. Давай. Смотри, какие одни крупные идут. Так. Так. И вперед и дальше. Номер... Шесть, точка внизу. Стоп-игра. Стоп-игра. В первом туре выиграли сразу 8 билетов, приобретенные в разных городах России. Каждый из вас выиграл по 52 500 рублей. Поздравляем победителей. Поздравляем всю великолепную восьмерку. Дорогие друзья, со второго тура, как и обещали, начинаем розыгрыш квартир. Удачи вам. Итак, мы разыгрываем квартиры. Мы играем во втором туре номер 88. 88. А во втором туре нужно успеть зачеркнуть номер 70. 70. Первым успеть зачеркнуть номер 85. 85. Все 15 номеров карточки. Номер 47. 47. Серебро. Верхние или нижние карточки 82. 82. Бабушка, внимание. Бабушка сказала. Внимание. Следующий ход 15-й. Это значит, что накопленный джекпот «Русского лото» может быть разыгран прямо сейчас. Удачи. Итак, вам. Очень важный момент для нашего сегодняшнего тиража. Огромная сумма накоплена. Джекпот номер 64. 64. Сегодня джекпот «Русского лото» не разыгран. Так, и вот он, важный момент. Теперь, поскольку мы и обещали, что если сегодня наш суперприз джекпот, накопленный за долгие месяцы, не будет разыгран, мы его присоединим к нашему призовому фонду, к призовому фонду сегодняшнего праздничного тиража и разыграем принудительно! А в мешке останется всего 2 бочонка! Вы представляете, сколько будет выигравший? 2 бочонка останется в мешке! Вот это да! Продолжаем второй тур. Напоминаю, разыгрываем квартиры. Удачи! Номер 60! 60! Во втором туре номер 28. 28. Играет карточка верхняя или нижняя, номер 74. 74. Напоминаю, для тех, для кого успешно складывается игра номер 21. 21. Успейте зачеркнуть номер 73. 73. Все 15 номеров карточки, номер 11. 11. Барабанные палочки. Барабанные палочки. И вы станете победителем второго тура номер 52. 52. Верхняя и нижняя карточка, это не имеет значения, номер 43. 43. Сталинград. Сегодня приятно вспомнить в канун Дня Победы номер 7. 7. 7.
номер 48. 48. Половину просим, номер 61. 61. Юрий Алексеевич Гагарин, номер 57. 57. Наш первый спутник Земли, номер 13. 13. Чёртова дюжина. Это любимое число, она его не боится. Номер 46. 46. А есть люди, которые боятся номер 13. Номер 45. 45. Год Великой Победы. Праздник Победы надвигается. Номер 38. 38. Номер 1. 1. Первый. Первый. Номер 35. 35. Номер 35. Номер 42. 42. 42. Ну, 42-й год был, конечно, тяжелый. Номер 26. 26. А это бочонок номер 87. 87. Так. Номер 3. 3. Стоп-игра. Стоп-игра. Во втором туре определился счастливый победитель. Он приобрел свой билет в Тверской области и выиграл квартиру. Мы вас поздравляем. Квартиру. Поздравляем. С удовольствием продолжаем розыгрыш квартир. Удачи. Ну, а теперь мы играем в третьем туре. Номер 12. 12. А значит, играет весь билет. Номер 8. 8. Обручальные кольца. Номер 62. 62. А это бочонок номер 17. 17. Легенда номер 17. Давай я еще перемешаю. Как раз сейчас в эти дни проходит чемпионат мира по хоккею. Да, проходит, но пока не очень удачно он проходит. Номер 33. 33. Ну, вы, женщины, конечно, не очень сопереживаете этому виду спорта. Номер 58. 58. Хотя сейчас много болельщиц стало. Номер 56. 56. Номер 83. 83. Номер 40. 40. Али-Баба, номер 18. 18. В жизни раз бывает. Номер 66. 66. Валенки. Эх, валенки, да валенки. Да не подшиты старенькие. И да, Псаинова, номер 63. 63. Номер 63. Номер 67. 67. Номер 25. 25. Теперь опять. Теперь играют все 30 номеров вашего билета. Номер 31. 31. 31 номер не понадобится. Номер 16. 16. Кругом 16. Только 30 номеров. Номер 55. 55. Зачеркните их первым или среди первых. Номер 53. 53. И вы станете обладателем квартиры номер 27. 27. Так. Номер 89. 89. Дедушкин сосед. Номер 9. 9. 9 мая. Скоро праздник Победы. Номер 29. 29. А это бочонок 90. 90. Дедушка. Дедушка. Сколько лет дедушке? Стоп-игра. Стоп-игра. В третьем туре выиграл один билет, приобретенный в Мордовии. Вы выиграли квартиру. Мы вас поздравляем. 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 Продолжаем розыгрыш квартир. Удачи. Так, мы так и не узнали, сколько лет дедушке, потому что игра в третьем туре закончилась на номере 90. Я настаиваю. Номер 5. Ну вот как, я внучок. Не знаю. Будущий дедушка. Да, будущий. Стоп-игра. Стоп-игра. Итак, выиграли два билета, приобретенные в Нижегородской области и Санкт-Петербурге. Выигрыш квартира. На каждый выигравший билет поздравляем вас. Поздравляем и продолжаем. Номер 81. 81. Выиграли два билета, приобретенные в Калужской области и Башкортостане. Выигрыш квартира на каждый выигравший билет. Поздравляем победителей. Номер 2. 2. Итак, у нас определили 4 победителя. Выигрыш квартира на каждый выигравший билет. Поздравляем вас. Итого 10. 10 квартир, 10 поздравлений. Но это не последнее поздравление в сегодняшнем тираже. Номер 30. 30 номеров билета зачеркните, и вы будете среди тех, кого мы поздравляем. Выиграли два билета. Выигрыш квартира на каждый выигравший билет. Поздравляем победителей. И у нас еще есть 3. Номер 41. 41. Выиграли 3 билета. Выигрыш квартира на каждый выигравший билет. Поздравляем победителей. Нет, ну как хотите, но сегодня просто день снайпера. Мы пытались разыграть 15 квартир, но и у нас столько и получилось. Мы поздравляем всех, кто выиграл в сегодняшнем тираже квартиру!
Также в эти дни проходит чемпионат мира по хоккею. Михаил Борисович, да вы наверняка знаете. Да вот тут со снайперскими делами у нас похуже немножко. Ровно через неделю в 1127-м хоккейном тираже мы разыграем 7 автомобилей и множество денежных призов. Кроме того, в мешке останется всего 3 бочонка, а это значит, что выигрышей будет больше, чем обычно. Я надеюсь, что в числе выигравших будут наконец наши хоккеисты. Я в этом уверен, они тоже выиграют и на чемпионате, и я надеюсь, в нашей лотерее, поэтому от души желаю им всем успеха в хоккейном тираже! Болейте за Россию! Приобретайте билеты хоккейного тиража «Русского лото». Кроме обычных билетов в отделениях Почты России вы можете приобрести вот такие блоки билетов из 2 билетов. Их очень удобно положить в конверт и отправить своим друзьям. Поделитесь удачей со своими родными и близкими. Да. Обращаю ваше внимание на то, что в продаже появились вот такие билеты моментальной лотереи, которые называются «Спорт Лото Хоккей». Да. Каждый такой билет содержит в себе 2 игры, что увеличивает, конечно, шансы на успех и вообще интереснее играть. Вот тут шайба, стирать, и на табло счет можно увеличить до максимального. Стоит такой билет 50 рублей, а выиграть вы можете до 3 миллионов рублей. Дорогие друзья, наступило время разыграть оставшийся денежный призовой фонд. Удачи вам. Ну, эту сумму как-то даже неловко называть оставшимся денежным призовым фондом. Номер 10. 10. Потому что она велика. Номер 54. 54. Здесь нужно быть особенно внимательным. Номер 22. 22. Утята. Потому что на вашем экране номер 51. 51. Великолепная пятерка и вратарь. На вашем экране номер 78. 78. После каждого хода, после каждого номера, номер 49. 49. Возникает сумма выигрыша номер 32. 32. И количество выигравших в этом туре номер 50. 50. Полтинничек. Так, номер 71. 71. А это бочонок номер 15. 15. Номер 68. 68. Точка внизу. Номер 36. 36. Хорошая Мы температура. Мы финишируем. Номер 34. 34. У кого? Нет, нормально. Ну, нормально. Ты волнуешься? Номер 37. 37. Ну, вполне допустимо. Номер 39. 39. Вперед и дальше. Номер 4. 4. Эх, 4 колеса. Номер 76. 76. Вы не забыли, сколько бочонков должно остаться в мешке? Номер 23. 23. Ну, 2 бочонка всего должны остаться в мешке. Номер 44. 44. Я не знаю, как тут не выиграть. Ну, просто я не знаю. Номер 59. 59. А это бочонок 65. 65. Сколько там осталось? Ой, нет, еще мало. Есть. Нет, еще есть. Номер 14. 14. Мы финишируем. Номер 84. 84. Стоп-игра. Стоп-игра. Это был последний ход сегодняшнего тиража «Русского лото». Итак, мы высыпаем все, что у нас в мешке осталось. Да, уже такое было однажды, 8 марта, но я, знаешь, каждый раз с удивлением смотрю. Так мало. В мешке осталось всего 2 бочонка. Номер 20. 20. И номер 24. 24. Если этих номеров в вашем билете нет, это значит, что ваш билет выиграл! Мы от души вас поздравляем, дорогие друзья! Уважаемые участники «Русского лото», сегодня мы разыграли для вас множество денежных призов и 15 квартир. Призов на общую сумму 137 миллионов 744 тысячи 50 рублей. Выигравших сегодня 836 тысяч 766 билетов. Гарантированный джекпот следующего тиража «Русского лото» составляет 3 миллиона рублей. Играйте в «Русское лото» и обязательно выигрывайте. Вот и закончился наш конкурс «Традиции побеждать». Самые интересные истории опубликованы на сайте stoloto.ru, в социальных сетях и в газете «Аргументы и факты». Дорогие мои, я поздравляю вас всех еще раз с наступающим Днем Победы. Я поздравляю тех, кто долгих 4 года приближал этот счастливый день. Я поздравляю тех, кто родился намного позже этого счастливого дня. Я поздравляю всех вас от души и желаю, чтобы над нашей страной всегда было мирное небо и у вас было очень много счастливых дней.